Я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде сейчас, вне зависимости от того, живьем или чуть погодя, где-нибудь в записи вы нас глядите. Чат наш работает, пишите туда свои замечания, предложения, вопросы. Вопросы уже есть. Илья Евсеев, наш постоянный зритель, всегда, я не помню ни одного эфира, чтобы у нас кто-то опередил Илью Евсеева с вопросом. Поэтому, Илья, я ваш вопрос про раскол элит записал, и Дмитрий его чуть позже задам. Дмитрий Гудков у нас с вами в особом мнении. Дмитрий, я вас приветствую. Да, приветствую вас. Ну, я напоминаю, что у нас можно всячески реагировать, ставить лайки и так далее, там подобное, для того, чтобы это видео распространялось, чтобы умные, интересные, талантливые люди, которые бывают у нас на гвозде, соответственно, получали как можно больше аудиторию. Вот. Ну и что? Соответственно, ой, слушай, сегодня праздник. Вы знаете, сегодня День России. И хотя это такая вещь для многих, ну, формально праздник и праздник, государственный праздник, но тут я сегодня почитал всякие разные каналы, и провластные, и непровластные. Там идет дискуссия насчет того, вообще праздник ли это, потому что придумал-то его Ельцин, а Ельцин это у нас сейчас не самый лучший персонаж, которого можно вспомнить добрым словом. Кто-то говорит, вот этот праздник означает кончину Советского Союза, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, с одной стороны, вроде бы официоз, с другой стороны, с официальных, таких каких-то околоофициальных, околокремлевских вершин поступают такие, в общем, сомнительные всякие реплики. Вот для вас День России это вот вообще что-нибудь эта дата значит, или это вот такое искусственное некое нечто придуманное, которое отмечается людьми здесь, в России, просто потому, что у них теперь есть еще один выходной? Я сегодня проводил некоторый эксперимент и у многих своих сторонников спрашивал, знают ли они вообще, с чего все это начиналось. И на мое удивление, что даже люди заинтересованы не в курсе. То вообще-то это началось с принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР. В 90-м году Ельцин действительно это подписал, тогда еще главой Верховного Совета. Ельцин читал просто текст этой декларации, где написано и про приоритет международного права, и про права человека. И вообще в целом этот документ, ну если его внимательно почитать, это документ об интеграции России, ну тогда еще РСФСР, потом это был День независимости России. Вот, это, по сути, документы об интеграции нашей страны в мировую, международную, правовую систему. Да, такое вот, если когда-то было окно в Европу, это двери, которые мы открывали в евроатлантическое пространство, правовое пространство. Сегодня мы можем, по сути, констатировать, что Путин все эти двери и окна окончательно закрыл. Ну, по крайней мере, пока он находится у власти, и как недавно очень правильно сказал Дмитрий Муратов, выступая на встрече в Брюсселе, в Европарламенте, он сказал, что Путин сделал важное географическое открытие, что Россия – это не Европа. Поэтому, грубо говоря, этот праздник для меня, он означал то, что Россия – это Европа. Да, и Россия, она следует определенным европейским стандартам и в области прав человека, и в области экономики, ну и так далее. Сегодня, ну, по сути, Путин похоронил все те стандарты, с которых все это начиналось. Поэтому, конечно, никакого праздника нет, да, и более того, все по-разному относятся к этим ценностям, вот, и, да, там еще написано «стремление к миру», да, а мы с к сожалению, российское государство к миру совершенно не стремится, но, может быть, на словах стремится, а на самом деле устраивает кровавые войны в 21 веке с огромным количеством жертв с двух сторон, да, при этом совершая акт агрессии по отношению к Украине, к нашему соседу. Поэтому, ну, ничего, в общем-то, от того, что было в этой декларации написано, и не осталось. Вот такой, к сожалению, печальный итог стоит подвести сегодня в День России. Но я надеюсь, что все-таки Россия – это Европа, и рано или поздно она себя проявит обязательно, и мы еще к тем ценностям вернемся. Сегодня в Ютубе на каналах, которые ведут в эмиграции наши коллеги, журналисты со мной, когда-то все работавшие в России, и там и медиазоны, ну, и кого только нет. Вот, и наши эховцы, там Саша Плющев, Таня Фельгенгауэр, все, кого мы знаем. Идет с утра и до вечера будет идти марафон солидарности, и там собираются деньги в помощь семьям политзаключенных, и там уже почти, я вот сейчас перед эфиром посмотрел, там больше 25 миллионов.
Вот, но как вам кажется, помимо того, что ну, просто собираются деньги, которые лишние, понятно, не будут для людей, попавших в тяжелую ситуацию, какой еще смысл у этой акции есть, вот с вашей точки зрения? Ну, во-первых, это еще и возможность еще раз продемонстрировать наличие, да, политических заключенных в России, да, рассказать о том, что это репрессивный режим, рассказать о том, что есть огромное количество людей, которые не согласны с путинским режимом, с репрессиями, с этим разворотом в сторону такой военной диктатуры. На самом деле очень важно сегодня всему миру показывать, что России не равно Путин, да, и Путин не равно России. И то, что эта преступная война ведется не от имени, хоть и пытается Путин показать, что он ведет эту войну от имени 140 миллионов, но нам очень важно всему миру говорить о том, что есть большое число людей, которые не приемлют войну как метод разрешения там, разных политических конфликтов, что есть большое число людей, которые хотят построить другую Россию, демократическую Россию. И это в том числе и то, чем занимается оппозиция, наше гражданское общество в эмиграции, потому что сегодня любое слово против войны внутри страны, оно чревато серьезными уголовными сроками. Поэтому нам важно показывать, что есть другая Россия, потому что от этого зависит, на самом деле, перспектива нашей страны в будущем после Путина. Я надеюсь, что это будущее не за горами, да, не в каком-то находится большой дистанции от сегодняшнего дня. Ну, смотрите, это же еще интересное мероприятие тем, что просто в одном эфире протяженностью на большую часть суток объединяются, ну и во многом конкуренты тоже, потому что это конкурирующие каналы, которые вещают с одной стороны, хотя и на одну аудиторию, но каждый борется за своего зрителя. И там в том числе люди, которые где-то, как я знаю, за пределами эфира друг другу руки не пожмут, но тем не менее они выстраиваются вот в некую такую цепочку. То есть это действительно, ну вот в медийном смысле за эти 16 месяцев, возможно, такая первая история, когда действительно все объединились. Но вы не так давно, несколько дней назад это было, были в Брюсселе, вы уже упоминали, в Европарламенте, там было несколько европейских депутатов, и съехались почти все значимые представители российской оппозиции. Ну почему почти все, мы это, наверное, может быть, чуть позже поговорим. Хотелось бы, вот, чтобы вы поподробнее про эту встречу рассказали, в чем и был смысл, я уточню просто, в чем смысл моего вопроса. Я, конечно, знаю, что там происходило, но для значительного количества людей внутри России это мероприятие либо прошло вообще не известным. Вот. Либо, ну, говорит, ну, там встретились, поговорили. Кто-то еще говорит с ухмылкой, говорит, ну, даже декларацию никакой вроде бы там не приняли, хоть что-нибудь бы там бродили бы, да. То есть, кто-то воспринимает это как очередное собрание оппозиционеров, которые сели просто между собой поговорить о чем-то в очередной раз, а кто-то считает, что это прямо какое-то прорывное было событие. Вот объясните тогда, в чем смысл, чем оно отличается от других, возможно, похожих мероприятий, чем оно, почему оно не такое, почему оно важно и почему в нем был смысл. Ну, насколько оно прорывное, я думаю, время покажет. Но, на мой взгляд, оно, конечно, отличалось от всего того, что было ранее. Потому что на разных форумах в основном собирались представители оппозиции, гражданского общества, которые разговаривали для себя, да, для, так сказать, направляли месседжи либо в Россию, либо за ее пределы, но адресовали всегда их гражданам России. Вот это мероприятие прошло в стенах Европейского парламента, Европарламента. Оно было организовано депутатами Европейского парламента, Кубилиусом, Лагодинским и так далее, да, Гета и другими депутатами Европейского парламента. По сути, впервые российское гражданское общество было так широко представлено. Там были не только политики и журналисты, там были антивоенные разные организации из разных стран мира, то есть все те люди, которые сегодня помогают российским беженцам, украинским беженцам и так далее. Были эксперты, да, кроме, конечно, пока представителей ФБК, хотя очень много людей из команды Алексея Навального там принимали участие, это Владимир Милов, Олег Степанов и многие-многие другие. Так вот, в чем важность, да? У Беларуси, например, есть легитимно избранный президент госпожа Тихановская, которая, несмотря на то, что ее выдавили из страны, у нее есть определенный дипломатический статус, признание. И когда возникает проблема у белорусов в разных странах мира, всегда ее офис, либо она сама, либо люди от офиса Тихановской могут приехать, выступить перед политиками и решить разные проблемы. Соответственно, у нас
к сожалению, да, не было с 2019 года никаких выборов, нас никуда не пускали, поэтому у нас нет какого-то политика с электоральным статусом. Соответственно, единственная возможность для нас сформировать такой институт коллективной Тихановской – это объединить усилия, не объединиться в одну структуру, да, а сформировать широкую антивоенную демократическую коалицию для того, чтобы мы все могли бить в одну точку и системно решать разные проблемы. Да. Это и проблема россиян, которые уехали и находятся сейчас в сложном положении, не могут решить проблемы виз, открытия банковских счетов и так далее. Это проблема россиян, которые остались. Ну, например, тот же Дмитрий Муратов говорил о том, как, с какой, каким трудом удалось решить проблему с лекарствами для детей онкологически больных, которые в России остались. Были запреты, лекарства не поступали, и ну, там, в течение года и он, и многие другие вели переговоры для того, чтобы все-таки хотя бы в этой части санкции, ну не санкции, а это санкции самих компаний, отменили, чтобы эти лекарства все-таки доставлялись в Россию. И на самом деле таких проблем очень много, но для их решения необходима коалиция, которая могла бы на системном уровне, что такое на системном уровне, получив трибуну, работая в разных рабочих группах, готовили документы, выступая в качестве экспертов на разных рабочих группах, это в Европейском парламенте, в парламентской ассамблее Совета Европы, в парламентах и МИДах европейских стран, потому что, чтобы решить какой-то вопрос, да, нужно убедить правительство, ну там, если мы берем Европейский Союз, это 27 стран. То есть раньше, грубо говоря, мы собирались, обменивались мнением, да. Сегодня нам удалось впервые, наверное, создать вместе с Европейским парламентом рабочую группу, которая уже будет выносить проекты решений, предлагать их Европейской комиссии, предлагать их правительствам европейских стран. Это какой-то, ну, такой серьезный шаг вперед. Вот. Это, по сути, формирование вот этого института коллективной Тихановской, потому что есть проблемы, которые нужно решать сейчас. Ну и самое главное, нужно уже готовиться к тому времени, когда Россия будет уже без Путина, да, когда нужно будет восстанавливать вот все разрушенные Путиным контакты с миром, потому что этих контактов нет, все дипломатические связи, ну, по сути, разорваны. Никто всерьез не воспринимает российских официальных дипломатов, послов, представителей МИДа, но при этом Европа заинтересована в сотрудничестве с российским гражданским обществом, и это очень хорошо и правильно. Ну, в общем, действительно все это хорошо и правильно, но с другой стороны есть ощущение такое, что вот вы говорите, что Россия не равна Путину и что вы пытаетесь донести эту мысль. По опыту предыдущих 16 уже месяцев было как раз такое ощущение, что не только Путин хочет поставить знак равно между Россией и самим собой, и вот своим правящим этим всем коллективом, но и со стороны Европы тоже, что то было какое-то осязаемое или неосязаемое желание просто, ну, вот как-то всех вот в одну такую кучку собрать, поставить знак равно, все одинаковые, там разбирайтесь уже у себя там в России, кто у вас что, какая у вас там власть, что вы делаете. В общем, все одним миром мазаны, грубо говоря. И, с одной стороны, это интересно, что три депутата Европарламента, если я не ошибаюсь, вот участвовали, четыре, но все-таки в Европарламенте это депутатов больше, чем четыре. И насколько эти четыре человека, условно говоря, представляют в своем лице 40 или там, не знаю, 140 депутатов. То есть всегда же можно найти четыре человека, которые придерживаются какой-то точки зрения. Можно найти, может быть, каких-нибудь влиятельных политиков, которые на стороне Путина считают, что он делает все правильно. То есть насколько это действительно с их стороны представительно? Насколько они представляют какой-то более широкий там, европейскую, какой-то сегмент европейской политики? Ну, смотрите, это мероприятие просто было подготовлено четырьмя депутатами, но на самом ивенте присутствовали руководители Европейской комиссии, да, там был вице-президент Европейской комиссии, там были руководители всех департаментов Европейского МИДа, там были депутаты федеральные, да, Национальной ассамблеи Франции, были депутаты из Германии и многих других стран. Вот та четверка депутатов давно уже помогает российскому гражданскому обществу, но впервые это мероприятие получило официальный статус. Да, это мероприятие в рамках, уже в стенах Европейского парламента,
И по итогам уже будут вынесены разные рекомендации о принятии соответствующих резолюций. Значит, конечно, впереди еще очень много работы, но это просто большой прорыв, серьезный шаг вперед. Значит, по поводу отношения Запада, да, к России. Здесь надо просто понимать, почему так происходит. Потому что это, наверное, первая война в прямом эфире, когда весь мир видит погибших детей, разрушенные города, да, маленьких детей, женщин и так далее. Это все происходит в прямом эфире. И, конечно же, общественное мнение во всем мире меняется. И обыватель, естественно, это избиратель европейских стран, который все это видит. У него естественное желание найти простые решения сложных проблем. Так это обычно бывает. Ах, вот так вот Россия воюет, ну, значит, давайте мы им запретим, давайте то-то сделаем, давайте ограничим выдачу виз или там открытие банковских счетов. Это просто такая эмоциональная первая реакция. Вот для того, чтобы объяснять западным политикам, западным дипломатам, что Путин не равно России, да, что есть даже по официальным опросам. Официальные опросы показывают, 25% заявляет о своем несогласии с путинской политикой, выступает против войны. Это только те цифры, которые получают социологи. Очевидно, что как минимум треть говорит неправду, да, потому что у нас за слово «война» можно посадить на человека до 10 лет. Яшин 8,5 лет тюрьмы получил за правду о Буче. Алексей Горинов за слово «война», произнесенное на заседании муниципального совета депутатов, получил 7 лет тюрьмы и так далее. То есть, если бы не было бы репрессий, я думаю, что мы бы увидели совершенно другие цифры. Но, тем не менее, даже 25% – это там, 30 с лишним миллионов человек. Очевидно, что Путин не равно России. Более того, мы рассказываем о наших антивоенных инициативах в разных странах мира. И, безусловно, создание вот такой институции, мы же все-таки институциализируемся, потому что для того, чтобы влиять, нужно не только высказывать мнение, да, нужно участвовать, получить трибуну в разных институтах власти. И сейчас, когда мы, грубо говоря, получили такую трибуну в стенах Европейского парламента, сейчас будет просто выстроить контакты с другими институциями. Ну, например, 21 июня в ПАСЕ, уже в Страсбурге, состоится совместное заседание двух комитетов. Комитет по международным делам, по внешней политике, миграционный, куда пригласили как раз представители российской оппозиции и российских экспертов поговорить, специально сделали тему заседания, это положение российских беженцев, да, что нужно для того, чтобы им помочь, да, в каких они условиях находятся. Потому что вот на заседании в Брюсселе, на этой встрече, мы рассказывали, ну, например, о таком случае в Казахстане, откуда там 40 человек ожидают экстрадиции, им надо срочно помогать. Поэтому вот такое же будет заседание уже в ПАСЕ. Плюс мы сейчас активно выстраиваем работу в Париже и с командой президента, и с МИДом, и с депутатами Национальной ассамблеи. Мы там сделали Российский демократический клуб, это постоянная действующая площадка, где мы обсуждаем с французскими политиками как раз ситуацию, ну, разные ситуации, да, как помочь Украине, как сделать так, чтобы добиться военного поражения Путина, как скорректировать санкции, чтобы они били по путинскому окружению, а не по простым гражданам, и как бы они, чтобы эти санкции привели к расколу элит, потому что без раскола элит никаких перемен в России добиться невозможно, ну и так далее. Это постоянно действующая площадка. Соответственно, на таких площадках мы находим поддержку в решении, ну, например, вопросы выдачи гуманитарных виз, да, кто вот у нас едет во Францию. Это такой процесс сложный, медленный, но главное не социализироваться, да, главное получить эту трибуну, главное выстроить нормальный диалог. И дальше уже просто все эти проблемы будут проще решаться. Вот как раз про раскол элит я еще в самом начале нашего разговора обещал, да, Илье Евсееву. Он спрашивает: Дмитрий, вы говорите о неминуемом расколе элит, как бы вы охарактеризовали конфликт между Пригожиным и Минобороны? Ну и, конечно, не только этот пример, а вообще раскол элит, есть ли он?
Потому что кто-то, наоборот, считает, что чем дальше, тем сплоченнее, потому что, ну, санкции многих олигархов и не только лишили имущества, активов и так далее на Западе, там им уже делать нечего, там их не ждут. Они уже волей-неволей замкнуты внутри страны, и что им остается? Ну, значит, объединяться вокруг главнокомандующего, президента, Кремля и так далее, и уже плыть в одной лодке, там, что называется, там как повезет. Есть же разные точки зрения. Вот по поводу раскола элит, как вам это вот на данном текущем этапе все видится? И если можете отдельно про Пригожина с Министерством обороны что-то сказать? Прекрасно. Конфликт между Пригожиным и Шойгу – это никакой не раскол элит. Да, это просто борьба внутри элит. Но раскол элит – классическое определение. Это когда происходит… идет борьба уже за первые, за лидирующие позиции. Да? Здесь это борьба за место под солнцем, борьба за какие-то бюджеты. Это не является классическим расколом элиты, и вы абсолютно правильно сказали. К сожалению, санкции, когда начинают бить по площадям, они вместо того, чтобы элиты раскалывать, они их просто загоняют под Путин. И я знаю много случаев, когда представители российского бизнеса, которые явно, да, занимают там антивоенную позицию и не согласны с происходящим, ну, не могут заявить публично, потому что родственники, активы в России и так далее, они просто вынуждены. Я говорю про людей, которые даже не попали под санкции. Да? Они боятся, что там будет 11-й, 12-й, 13-й пакет, вот они попадут под санкции, что делать? Тогда у нас заморозят все активы в Европе, в Америке, начинает возвращать их в Россию. Как только бизнес возвращает свои активы в страну, ну там очевидно, что они оказываются, ну, просто вынуждены, да, играть по правилам Путина. Ну, потому что в противном случае там у них точно все активы отнимут, или посадят, или новичок на трусы намажут, или еще что-то сделают. Поэтому, как раз на мой взгляд, санкции должны быть более умными, они должны быть направлены против ближайшего путинского окружения, тех людей, которые непосредственно финансируют войну, поддерживают эту войну. Да? То есть нужно определить какое-то количество военных преступников, с которыми Запад больше никогда не будет иметь переговоров. А все остальное, здесь нужно, как мне кажется, наоборот, создать условия, чтобы люди вывозили свои капиталы из России. Да? Потому что чем меньше денег в путинской экономике, тем меньше у него денег на войну. А сегодня никак ты не можешь вывести деньги. Даже вот продал квартиру, продал какие-то активы, у тебя даже нет физической возможности эти деньги каким-то образом перевести, потому что все банки под санкциями, и мы знаем, что там Райффайзенбанк, который сейчас уже тоже перестает переводить деньги в другие юрисдикции. Вот. А если ты в России занимаешься бизнесом и даже торгуешь какими-то пирожками, ну ты платишь налоги, деньги остаются внутри страны. А непонятно, работают в интересах путинской экономики. Чего больше всего Путин боится? Он боится оттока кадров и оттока капиталов. Он даже, вот обратите внимание, правительство делает все, чтобы максимально заманить там айтишников, инженеров, потому что у них там нехватка кадров, в том числе в системе ВПК. Поэтому вот мы на разных встречах тоже объясняли. Вот у вас почему-то жена там замминистра обороны в Париже, спокойно там шмотки покупают. Вот. А то есть путинские, вот те конкретные люди, которые имеют прямое отношение к агрессии, вот они почему-то не под санкциями. А зато вы весь бизнес там под эти санкции засунули. Вот, например, в украинском пакете даже Сергей Петров состоит. Сергей Петров, подчеркиваю, предприниматель, был один из четырех депутатов, кто не голосовал за аннексию Крыма, ходил на антивоенный марш, финансировал оппозиции, независимые СМИ, находится под преследованием. И вдруг он просто в силу того, что у него есть капиталы, оказывается под санкциями. Правильно это? Конечно, нет. Дальше Тиньков. Берем историю с Тиньковым. Я его подчеркиваю, лично с ним не знаком. И, но тем не менее, да, человек выступает жестко против войны. Оказывается в ситуации, когда он вынужден был продать свои активы, как он говорит, за копейки. При этом его банк продолжает спокойно работать в интересах других собственников. Тиньков остается под санкциями. Какой это сигнал бизнесу? Вне зависимости от того, за войну вы, против войны,
ваша позиция никак не повлияет на ваше положение там, в Европейском Союзе, Великобритании или еще где-то. Правильно это? Нет, неправильно, потому что мы тогда вместо того, чтобы создавать условия для перехода людей на сторону добра, да, мы наоборот создаем препятствия, потому что все увидели, как Тиньков деньги потерял, заявил антивоенную позицию, получил массу проблем, но при этом он все равно находится под санкционными, в этих санкционных списках. На мой взгляд, нужно это все корректировать для того, чтобы элиты раскалывать, для того, чтобы и бизнес, и какая-то часть истеблишмента как раз уходила от Путина. Я понимаю, эта история не про справедливость, потому что хочется, чтобы все были наказаны, даже кто там пассивное участие принимал, так сказать, в финансировании или строительстве этого режима. Но мы же должны думать про жизнь людей, потому что война без этого не закончится. Пока Путин сохраняет власть, к сожалению, даже если будет успешное контрнаступление, все равно Путин равно война. Вот Путин не равно России, Путин равно война. И нам нужно создавать все условия для того, чтобы произошел какой-то раскол. Потому что либо надо ждать, пока Путин уйдет естественным способом, да, либо будет какой-то дворцовый переворот, как это уже бывало в истории нашей страны. Поэтому нужно создавать максимальный стимул. И еще один кейс я хочу значит, здесь привести в пример. Я об этом тоже говорю многим западным политикам. Есть кейс Милошевич, который пережил санкции западные, но не смог пережить он предательство собственных элит, которые его же издали. Потому что тогда Запад сделал правильное предложение сербским элитам. Да, сдайте военного преступника Милошевича, и мы вам готовы начать все прощать и вести с вами переговоры об отмене санкций при определенных условиях. Я думаю, что этот кейс нужно серьезно Западу рассматривать, поэтому нужны стимулы для того, чтобы Путина сдали же свои. Ну, то есть, в общем, вы ждете от Запада в некотором смысле большего цинизма. То есть не я то, жду от Запада просто умных и правильных действий, потому что, к сожалению, многие принимались эмоционально. Я сейчас их не обвиняю. Дело в том, что, к сожалению, не было вот этого центра политического, российского, который бы мог институциализироваться в самом начале, да, и, скажем, стать партнером по переговорам и давать правильные советы, делиться экспертизой. Вот сейчас мы идем по пути создания такого центра, да, я надеюсь, что к нам будут прислушиваться. Я надеюсь, что санкции будут корректироваться в сторону борьбы с путинскими элитами, да, в большей степени. В меньшей степени санкции должны бить по простым гражданам, тем более по тем, кто вообще выступает против, против войны. Ну, вот я сколько знаю истории, люди боролись в России, выходили на митинги, получали там сутки, да, штрафы. А потом бежали от уголовного преследования и находятся сейчас вообще без документов, без возможности как-то устроиться, легализоваться. Ну, то есть и здесь репрессия, и здесь ты под ударом находишься. Это такая двойная опасность, в которую многие граждане попали. Но это неправильно. При этом там мы видим, жена Нарышкина в Париже, жена там, значит, этого замминистра обороны тоже во Франции и так далее. Я думаю, таких случаев очень много. Вот это надо корректировать, просто делать все правильно. Ну, я вам скажу, что вот как человек просто, который все эти месяцы находится в Москве, все-таки я так, ну, разговариваю с теми людьми, которые тут живут, у многих помимо, ну, такого понятного шокового состояния и от всего, что происходит, в принципе, от вот этих всех событий, то есть, ну, говорят, что насчет Владимира Владимировича сомнений никаких не было. То есть, насчет его окружения сомнений никаких не было. Но вот там позиция Запада многих действительно удивила. Думали, что ну вот там-то хорошие, добрые, какие-то там отзывчивые, все понимающие. А выясняется, что и им, в общем, и своей власти на нас наплевать, и той власти на нас наплевать, всем на нас наплевать. Но мы сидим вот тут вот как бы в этом вот дырявом корыте. Вот. И тоже уже как-то у людей возникает ощущение, что сил добра нету как таковых. А есть какие-то разные формы либо зла, либо вот какого-то лицемерия. И это для многих на самом деле стало очень большим разочарованием, когда ты понимаешь, ну в Америке, в Европе-то там вот, в общем, там демократия, там либерализм. Выясняется, что, ну, в общем, и тоже как-то так все прагматично, эмоционально, и, в общем, разбирайтесь сами. Я понимаю эту разочарованность. Я сам был в ситуации, когда 13 месяцев открывал счет, и я думал, ну, меня же знают.
там, мою позицию и так далее. Нет, это не работает. Да? Здесь есть определенный порядок, процедуры, и все идут по этим процедурам. Поэтому я этого наелся, да, и с этим столкнулся. Но при этом я понимаю следующее. Если граждане хотят, чтобы их мнение, да, чтобы их голос был услышан, чтобы их позиция была учитана при принятии решений, нужно сделать так, чтобы этот голос действительно слышали. Потому что в начале войны, ну, во-первых, была определенная растерянность. МИД наш утратил свои дипломатические функции. В Европе не было политического центра вот этого института коллективно-тихановской, которая могла бы ретранслировать все то, что думают миллионы россиян, выступающие против Путина, против этой войны. И поэтому решения в Европе принимались на основании информации, да, какая была информация? Да только вот кадры убийства людей в Украине, кадры разрушения городов, а также социология, которая распространялась, что типа там 86, путинская социология, 86% за войну, да, что нет никаких митингов и пикетов. Вот. И как бы и европейцы тоже жили в определенном вакууме, потому что когда начинаешь с ними общаться, я же помню, я не буду сейчас фамилию называть, мы встречались с высокопоставленным политиком, очень таким статусным политиком Европы, и в ходе разговора она задает вопрос, женщина, она задает вопрос, а как же вот значит, патриарх, почему же церковь поддерживает эту войну? И мы полчаса рассказывали, что, ну, в общем-то, у нас патриарх такой же патриарх, как я, это балерин, в общем-то, отдел администрации президента, да, по, так сказать, организации работы с гражданами через церкви там, и так далее. У нас нет никакой независимой от государства института, нет такого независимого, как церковь, православная церковь. То есть там же очень слабая экспертиза по поводу того, что в России происходит. Вот. И это требует больших усилий для того, чтобы переубедить, проинформировать. И ровно для этого вот мы создаем все эти институты за рубежом, чтобы мы могли реагировать быстро. Да? Вот есть информация там, о том, что, например, вот были протесты, немногочисленные. Почему так мало людей выходит? Неужели все поддерживают? И мы должны быстро прийти и сказать, а вы знаете, какой уровень репрессий? По сравнению даже с андроповскими временами уже зашкаливает. У нас вон Карамурза за антивоенную позицию 25 лет тюрьмы получил. У нас 1 200 000 силовиков. Это в 3 раза больше, чем военнослужащих в Украине. Так там они уже до сих пор оккупировали, удерживают 18% территории Украины, несмотря на то, что украинская армия поддерживается всем миром и оружием, и финансовой помощью оказывается. И тем не менее, 350 тысяч солдат захватили 18% территории. А здесь у вас мирные граждане без оружия, без поддержки Запада и 1 200 000 силовиков. Но невозможно в этих условиях сейчас через уличные акции протеста что-то решать. Это надо объяснять. Да? Нужно приводить пример, например, ну, ситуация даже с бывшими советскими республиками, вот, которые тоже в 80-е, там, 70-е ничего не могли сделать, были диссиденты, также все подавлялось. Вот. Но когда открылось окно возможностей, они вполне себе стали успешными демократическими странами. Это не значит, что Россия обречена, нет. Но просто уровень репрессий такой, что пока вот в данный момент действовать невозможно. Нету ни оппозиционных партий, ни независимых депутатов, независимых СМИ не осталось, закрыли просто все. Социальные сети многие находятся под цензурой. Вот это приходится объяснять. Ты когда вот это все объясняешь, то картина становится полная, да, и решения уже другие могут приниматься. Но важно, чтобы была трибуна постоянно. Я вот сейчас, извините, детали такие. Или, например, ухожу в детали. Детали как раз важны, потому да, что общие слова-то понятны. Мы там рассказываем про репрессии. Вот я помню Женю Чирикова на встрече с руководством Европарламента. Это было где-то полгода назад. Просто показала всем фотографию Алексея Навального. Вот через несколько месяцев, через год, по-моему, как он оказался в тюрьме. Вот до тюрьмы фотографии Алексея, да, и пост. Ну, помните эту фотографию? Конечно. Вы говорите, посмотрите просто, что российская тюрьма сделала с людьми. Посмотрите, какие сроки. А теперь вспомните ситуацию в Советском Союзе.
Вы там помните какие-то там масштабные митинги, которые влияли до горбачевских времен, которые влияли на решение? Нет. Ну это что, помешало потом Литве, там, Латвии, Эстонии там, и прочее-прочее стать демократическими странами? Нет. Что там какие-то не такие люди были? Нет. Потом объясняешь им, значит, рассказываешь им про книгу Джемоглу Робинсона «Why Nations Fail», чем одни страны богаты, другие бедные, где четко написано, что должны быть инклюзивные институты, да, где прекрасные сравнения, я их все время цитирую, там, Северная и Южная Корея, еще город Ногалес, где посередине проходят границы между Америкой и Мексикой. С одной стороны, небоскребы, чистота и высокий уровень жизни, с другой стороны, нищета. Одни и те же люди. Да, ну просто ну не бывает плохих наций и народов в Северной и Южной Корее. Вот вам пример. По-разному живут. Поэтому так сложились обстоятельства, да, такие сложились условия сегодня в России, что вот на данном этапе ну, не может возникнуть массовых протестов, даже просто некому организовывать, люди уехали. Вот эта инфраструктура протеста, которая была во времена Болотной, когда был кошелек Ольги Романовой, куда мы собирали деньги на сцену, когда было там десятки тысяч волонтеров, которые распространяли листовки, когда были свободные хотя бы какие-то СМИ, интернет, где это все публиковалось без риска сесть за призыв там, и так далее. Тогда да, мы собирали там сотни тысяч. Но сейчас ничего этого нет. Еще никакой депутат не придет тебя поддержать. А нас тогда хотя бы трое было, да, и мы могли в Думе поднять вопрос. Вот это надо всем объяснять. И все-таки, мне кажется, сейчас у многие пришли к пониманию, что Россия достаточно сложная страна, и ее нужно как бы изучать, да, и изучать с помощью тех людей, которые о стране лучше знают, чем они. Вообще странно немножко, да, что такая большая страна, как Российская Федерация, в которой власть не меняется последние четверть века, что западные политики так мало вообще о чем-то знали. Я вспоминаю свой личный опыт, но правда. Это наша амбициозность. На самом деле Россия, вот давайте так, будем честными, это 1.5% мирового ВВП. Да, это крайне маленькие рынки, что для Америки, что для Китая, ну и даже для Европы. 1.5%. Да, это по территории большая страна, безусловно, она важная, конечно, но они же как, привыкли решать все с Путиным, да, зачем им там как-то изучать политические процессы внутри страны, поэтому они ввели, и, кстати, мы тоже говорим об этом, вспомните, аннексия Крыма, вы съели это, да, и вместо того, чтобы как-то воздействовать на режим, вы с режимом продолжали торговать. Да, вы покупали газ, вы строили «Северный поток-2», вы даже поставляли технику для разгона демонстрации и так далее. Хотя у нас там убили Немцова, у нас там сажали, убивали журналистов. Никакой реакции. Вот. Поэтому здесь, когда ты начинаешь с ними просто вот нормально общаться, разговаривать и просто рассказывать о том, что в стране происходит, ну, они просто по-другому смотрят на ситуацию и... Вот почитайте просто статью, у меня это есть в моих социальных сетях, и в Телеграм-канале, и в Фейсбуке. Статья Андриуса Кубилиуса, это депутат Европарламента, он бывший премьер-министр Литвы, человек, который очень нам сильно помогает. Он написал для европейцев статью, называется она «Our Russian Complexes», «Наши российские комплексы», и где он как раз и говорит о том, что Россия не обречена. Он объясняет, почему нет протестов, он объясняет, почему не нужно делать выводы, что в России только две опции – хаос и диктатура. Он объясняет, что нужно сделать для того, чтобы в Европе была безопасность. И он говорит, что демократия только не воюет между собой, поэтому нужно все сделать для того, чтобы помочь России в будущем превратиться в нормальную демократическую страну, и это разрешит все проблемы безопасности. Вот позиция, которая сейчас... Я не могу сказать, что она самая популярная в Европе, да, но она набирает оборот. И благодаря таким политикам, как Кубилиус, Лагодинский, Гетта и многие другие, и в том числе благодаря нашим организациям антивоенным, в разных странах есть пусть небольшие, но прекрасные организации, которые показывают, что есть другая Россия. Это же, ну, это очень важно сейчас, да. Очень важно, чтобы
на Западе европейцы увидели, что есть другие россияне, да, нормальные люди, которые хотят жить в едином таком, в рамках единой правовой системы, которые такие же европейцы, которые также хотят жить и выбирать власть на свободных выборах, дружить с разными странами. Это надо показывать. Если ты это не будешь показывать, ну тогда просто сложится мнение, что Россия обречена. Я понимаю, что, наверное, это такая задача как-то сложная, и результаты ты не видишь вот сразу. Да, это просто очень сложная такая долгосрочная цель, да, сложная работа, которой надо заниматься ежедневно. И нужно обязательно это показывать. Это как вот как гарантия того, что все-таки в России может что-то произойти позитивное после Путина, и что России нужно дать второй шанс в будущем. Я напоминаю, что мы с Дмитрием Гудковым разговариваем, и как раз сейчас воспользуюсь небольшой паузой для того, чтобы напомнить и нашим зрителям, что у нас есть shop.diletant.media. Это наш магазин, куда вы можете зайти и приобрести, ну, интересные книги, которых там немало, и для себя, для близких, для родных, для знакомых, в подарок. Ну, просто вот для того, чтобы как-то еще интеллектуально успевать развиваться в наше время. Ну, там есть и художественная литература, и мы как раз сегодня представляем книгу Бориса Акунина «Яма». Это вот тот самый его последний роман, который он, как известно, писал при довольно драматических личных обстоятельствах, которые, как мы понимаем, разрешили все-таки хорошо. Вот, и все оказалось не так страшно, как казалось первоначально. Но, тем не менее, в общем, такой важный для него, очень быстро написанный. Ну, я еще, честно говоря, не читал, но в качестве, что называется, не сомневаюсь. Поэтому это тот случай, когда... Акунин был в Брюсселе. Вот как раз. Вот. Это, что называется, не случайно в нашем... В нашем эфире это тоже книга есть. То есть Борис Акунин, «Яма», соответственно, на shop.diletant.media, заходите, покупайте, ну и, соответственно, и в том числе и поддержка нашего канала таким образом тоже вами будет выражена. И вот мы очень много сейчас говорим, почти уже 50 минут с Дмитрием Гудковым о том, как в Европе, как на Западе по-другому пытаются увидеть сейчас Россию, что в России есть разные точки зрения, разные течения, разные люди просто, разные отношения к тому, что происходит. Если можно добавить один прям коротенький, ну, давайте, да, важный тезис. Вот смотрите, на мой взгляд, даже если у нас получится построить новую Россию без Путина, да, для того, чтобы решать проблемы граждан, социальные проблемы граждан, нужна нормальная экономика. Просто об этом я хотел спросить вас в следующем пункте. Конечно, нормальную экономику, но невозможно в 21 веке, в эпоху глобализации, невозможно построить в изоляции от всех мировых процессов. Невозможно построить ее в стране, которая будет под различными санкциями. То есть это нужно будет, ее нужно будет выводить из-под санкций, ее нужно будет интегрировать, да, и находить место. Именно поэтому так важны контакты. Западным. Потому что это вопрос доверия, да. Даже если какие-то люди придут к власти вместо Путина, но кто с ними будет разговаривать, кто им будет доверять? Поэтому уже сейчас эти мосты нужно строить. Это крайне важно, даже с точки зрения социальных интересов людей. Потому что, ну, через там, давайте возьмем какой-нибудь 2030 или 35 год, вот, ну, не нужна будет российская нефть. Не нужен газ, они и так уже сейчас, все европейцы, перешли на альтернативные источники энергии. А сейчас развивается и водородная энергетика, и солнечная энергетика. Там сейчас вот, например, Европейский Союз строит коннектор Израиль, Кипр, Греция, да, где будет вырабатываться солнечная энергетика и так далее. То есть там масса сейчас проектов, которые просто весь мир вкладывает, инвестирует. Ну и что мы будем делать, да? За счет чего мы будем платить пенсии? Если у нас нефтянки уже и газовый сектор не будут приносить такого количества денег, а это там практически вся наша экономика, да, значит, нужно будет развивать какие-то сферы. А без интеграции, без доступа к западным технологиям, да, и к западным капиталам ничего не сделаешь. Поэтому это в том числе работа, направленная в будущее. Она очень важная работа. Но еще... Про деньги, про доходы, про благосостояние россиян. Так что, да, это не сейчас, но это на будущее.
Ну, потом понятно, что бедная страна, это бедность, это питательная среда и для агрессии в том числе, потому что человек, который живет более-менее хорошо, ему нет смысла куда-то там брать в руки оружие, идти зарабатывать деньги таким образом, потому что у нас сейчас беднейшие регионы. Почему, говорит Росстат, у нас даже выросло, вроде бы как-то формально выросло благосостояние за счет выплат. Вот эти гробовые, раненые и так далее, люди получают огромные суммы, которые они бы своим трудом, мирным трудом, они бы никогда не заработали. Они зарабатывают деньги за счет того, что они просто воюют. Вот, то есть государство таким образом эти деньги направляет, но нельзя же как бы вот за счет бедности и за счет вот этого всего жить дальше. И в этом смысле интересно, чтобы у тех, кто считает себя альтернативой Путину, чтобы у них была в том числе и какая-то экономическая программа. Понятно, что люди программы, может быть, не читают, вот так вот, что называют, те так называемые простые люди. Но какая-то программа должна быть, потому что все говорят, ну вот там не будет Путина, и прекрасно заживем. А вот на следующий день, как его так или иначе, рано или поздно не будет, выяснится, что надо что-то просто делать. Вот как в 90-е годы получилось, что, значит, Советский Союз плохо, коммунизм плохо, это все разрушили, значит, все разогнали, потом выясняют, что людям жрать нечего, и они уже не очень хорошо воспринимают слова про свободу, демократию, либерализм и так далее. Потому что надо просто накормить семью, и конечно, программа нужна какая-то. Конечно, но здесь я вам как все-таки депутат с большим стажем работы в Думе скажу, что экономическая программа, она не может писаться, когда ты не знаешь параметра, ну, когда ты начинаешь. Потому что если мы начинаем завтра, это одна экономическая программа. Если мы начинаем через 5 лет, это другая экономическая программа, ее бессмысленно писать с учетом тех параметров, которые мы знаем. Все зависит от цены на нефть, ну, таких многих вводных данных. Поэтому сейчас писать прямо программу детальную не имеет смысла. Ну, детальную, наверное, нет, конечно, да. Но есть самый важный как бы параметр, да, который определяет, значит, благополучие страны. Первое. Либо она страна в изоляции, либо она интегрирована. Это прям два разных направления движения. Вот. Либо страна под санкциями, либо страна не под санкциями. Поэтому совершенно очевидно, что даже при выстраивании мостов важно будет постановить войну, вывести войска, освободить оккупированные территории, решить вопрос с компенсациями Украине всех, кто пострадал в результате агрессии Путина. Это просто принципиальное условие, с которого начинается любой разговор. И дальше необходимо строить страну, где больше никогда не появится никакой диктат. Да, это должна быть нормальная модель, условно парламентская модель. Необходимо перераспределить полномочия от федерального центра в регионы, это местное самоуправление, это власть региональных парламентов и так далее. Вот. Все остальное, все эти детали будут понятны в тот момент, когда мы это начинаем. Да? На какие сферы надо делать ставку? Если мы начинаем в 1935 году, то нефтянка, ну это уже как бы будет вчерашний день, значит, нужно думать, может быть, частная космонавтика, а может быть, IT и так далее. И там уже непосредственные параметры экономической программы определяются в момент, когда мы просто понимаем, в каких условиях мы работаем. Но вот эти базовые вещи, да, это выход из-под санкций, интеграция вместо изоляции, это то, что нужно делать уже сейчас. И, конечно, все экономисты, Алексашенко, Гуриев там, и так далее, все прекрасно понимают, какие есть возможности у нашей страны в разный период времени. Сейчас идут серьезные дискуссии. Во-первых, есть отдельная команда, которая сейчас работает над новым проектом Конституции. Да, безусловно, экономисты сейчас обсуждают возможные направления экономической политики при определенных, ну, в зависимости от сценария окончания войны, в зависимости от времени и так далее. То есть, конечно, все эксперты этим озадачены. Вас не разочаровало все-таки то, что ФБК не приехал? Ну, то есть, там Милов был, Степанов был, то есть, какие-то отдельные люди были, но, не знаю, там Жданов, Волков, Певчих и так далее. Вот отсутствие, ну, главных, что называется, фигур среди соратников Алексея Навального не огорчило вас? Или, может быть, или не удивило, наоборот? Со многими людьми из ФБК сохраняю хорошие, добрые личные отношения. Я думаю, они рано или поздно присоединятся. Вот. В целом, поскольку была профессиональная дискуссия в этот раз, да, и
Какие-то люди из команды Алексея были, поэтому здесь я не думаю, что вот эта встреча сильно потеряла. Да, потому что там были Алексашенко, там был Акунин, там была Катя Шульман, там были многие правозащитники, экономисты, эксперты, которые на самом деле сделали очень достойные доклады. Вот. Я надеюсь, что они все равно присоединятся к этой работе, но потому что все равно нам нужно корректировать вместе санкции. Да? Нам не надо объединяться в одну структуру. Там Леонид Волков правильно сказал, объединение в одну партию, оно вредно. Поэтому никто не предлагает объединяться. Надо просто координировать наши действия по каким-то вопросам, где мы совпадаем. У нас абсолютно одинаковое отношение к украинскому вопросу, да, к войне, к будущему страны, что должна быть парламентская модель, федерализация. Вот здесь мы можем просто объединить усилия. И тогда у нас мы будем вместе более эффективны. Ну да, потому что это немножко все-таки странно выглядит со стороны, как будто уже на вроде бы... Был Борис Зимин, да, их многолетний спонсор. Тот же Акунин, который поддерживал всегда Алексея Навального, Сергей Пархоменко, Кирилл Рогов и многие другие, кто, в общем-то, всегда... Сергей Гуриев онлайн принимал участие. То есть многие люди, которые так или иначе как-то ассоциировались с командой Алексея или помогали его команде, или входили в штаб его президентский, они все принимали участие на своем уровне. Поэтому я думаю, что здесь не нужно кого-то критиковать, просто подождем... Следующей встречи, я надеюсь, что как-то мы о чем-то договоримся рано или поздно. А является ли, с вашей точки зрения, проблемой, что сейчас в российской оппозиции нет на свободе вот такого яркого лидера, какого-то, не знаю, какой-то объединяющей фигуры, условно говоря. Ну, вот если не Путин, то вот Иванов, к примеру. Вот у нас вот есть человек, вокруг которого мы готовы объединиться не в одну партию, но какой-то, вот, не знаю, вождь не очень хорошее слово, лидер. Навальный в такой. Вы правильное слово сказали. Это про вождя. Вождь. Нет, вождь нам не нужен. Все, хватит вождей для нашей страны. Поэтому я считаю, что должна быть коалиция. И вот эта коалиция, которая сейчас создается, она как бы в Берлине собралась впервые. Мы там подписали декларацию, которую, кстати, Европарламент поддержал, эту декларацию антивоенно-демократических сил. И это важно для того, чтобы формировать вот эту культуру демократии. Да? Это когда... коллегиально люди работают, договариваются о каких-то компромиссах. Вот, потому что, на самом деле, в разных странах демократических нет каких-то вождей. Обычно это всегда власть коалиции. Ну, в основном. Либо это власть и конкуренция разных институтов. Например, в Болгарии 4-й парламентские выборы прошли. Они после 3-х даже не могли в правительство толком сформировать, было техническое правительство. И мне кажется, что нам надо научиться работать вместе, координировать усилия, объединяться, и потом проще будет выстраивать парламентскую модель. Как только появляется вождь, даже самый лучший и замечательный, это все равно в конечном итоге превращается в какую-то... все равно в диктатуру превращается. Когда вождь, это значит система без сдержек и противовес. Поэтому нам важно научиться работать коллегиально. И в этом, мне кажется, в этом и есть будущее России после Путина, если у России будет шанс все-таки вернуться на демократический рельс. Работать надо вместе. Пусть будет много лидеров. Есть какой-то план, условно говоря, но вот прошли эти слушания, прошла ваша встреча в Европарламенте, есть какой-то план, не знаю, дальнейших встреч, еще каких-то мероприятий, что-нибудь, то есть что это не единственное, а первое в череде, может быть, нескольких? Да, конечно, будет много встреч, будет встреча в Берлине, будет встреча в Париже 20 июня, 21 встреча в Страсбурге, я думаю, потом будет большое мероприятие в Европарламенте осенью. Вот, предварительно мы сейчас об этом разговариваем. Создана рабочая группа, где это все будет просто отрабатывать. Я буду об этом просто писать в своих социальных сетях или в ваших эфирах об этом рассказывать более подробно. Да, конечно. Мы сейчас выстраиваем системную работу. Я благодарю вас за этот разговор. Политик Дмитрий Гудков был у нас в эфире «Живого гвоздя». Благодарю всех, кто нас смотрел. Еще раз напоминаю, вы можете комментировать это видео даже после того, как наш прямой эфир закончится, ставить лайки и прочие всякие
значки, которые помогают этому видео распространяться на просторах Ютуба. Дмитрий, надеюсь, до скорой встречи в нашем эфире. Спасибо вам еще раз. До свидания. Все, счастливо.